Результаты большого электорального цикла, в который вступил Казахстан, создадут качественно новые условия для развития. Об этом в ходе встречи с общественностью Карагандинской области заявил президент Казахстана. По словам Токаева, введение нормы об однократном президентском сроке стало решительным шагом в укреплении подлинных демократических традиций. Наша республика проходит через важный этап своей истории, который откроет новую политическую эпоху. Эта новелла поставит мощный заслон попыткам монополизации власти и сформирует условия для появления новой волны способных, ответственных политиков. На базе обновленной конституции будут перезапущены все ключевые политические институты, будет сформирована новая, открытая и конкурентная экономическая система, работающая на благо всех граждан. Мы находимся только в начале большого пути.